Поисковики отряда «Патриот» службы судебных приставов Почувашии провели урок мужества в цивильской школе-интернате для детей с недостатками слуха. Неподдельный интерес проявляют ребята к военным страницам Великой Отечественной войны. Летопись Второй мировой продолжают писать и сейчас, спустя многие десятилетия. Активно участвуют в этом и поисковые отряды. Вдвойне увлекательно слушать о местах давних боев из уст бывалых поисковиков Сергея Тимофеева и Григория Григорьева. Ежегодно они отправляются на Всероссийскую вахту памяти по местам великих сражений, чтобы вернуть погибшим бойцам имена и посмертную славу, которые чуть не поглотило время. Работа эта непростая. Условия бывают довольно суровые. Горячей воды нет, тепла нет, любые условия, комары. Это как партизанские условия получается. Приезжаешь там, перед делом ставишь палатки. Ну, весной это надо печку взять, для холода, потому что и по дежурству как. Придется по два часа, по час, чтобы пить всю ночь. Как-то утром бывает, уходишь мыться, а там вода замерзла. Ребята смогли прикоснуться к реальным свидетельствам лихолетия. Поисковики привезли с собой остатки оружия, гильзы от патронов и снарядов, предметы солдатского быта.